Тимурчиком сейчас едем куда? Куда мы едем? Гимнастика, танцы, короче, что-то в этом плане. Там еще йога для детей. Еще йога, йога для детей, да. Тимурка еще был у нас в садике, да, Тимурка? Да. В садике что ты делал? На батуте прыгал, да? Да. С мячиками играл, понравилось тебе? Да. Еще на меня мячики на батуте нападали. Я их сначала на батуте раскачивала, а потом они все катились на меня. Еще там был огромный мяч. Вот так вот. Вот, и Алинка, завтра мы встречаемся с Алинкой. Алинки не было, да. Алинка на корабле. Да. Алинки не было с апреля. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. 7 месяцев мы не виделись. Завтра будем Алинку обнимать, целовать. Да, я поехала посылочка с Амазона. Здесь я заказала расческу себе. Нашумевшую. Но я заказала с Амазона оригинальную. Но я еще для сравнения специально заказала с Алиэкспресса копию, чтобы сравнить. С Алиэкспресса еще не приехала, а с Амазона уже приехала. Ну, потом сравним вместе, я вам покажу. Вот она моя красотка. Как правильно называется? Жанеки, наверное. Это оригинальная, она стоила 18 евро. На Алиэкспрессе копию заказала за 3 евро. Я хочу сравнить. Короче, это расческа для того, чтобы, ну, во-первых, можно просто так волосы расчесывать, а во-вторых, она для того, чтобы расчесывать маску, пока у вас на волосах маска. Когда вы моете голову, она очень круто распределяет маску, плюс она очень круто распределяет мокрые волосы, она их не вырывает. Это для того, чтобы феном сушить, видите, такие дырочки, и плюс, чтобы волосы не вырывались. Видите, здесь на самой расческе надпись Жанеке, Made in Italy. Я давно ее хотела, но, честно, мне жаба давила 18 евро, а тут на Амазоне, в общем, она была за 20 евро, чуть-чуть скидки было, 18 я решила набрать. Короче, чтобы сушить волосы, чтобы не вырывались волосы, чтобы маску распределять, это новое вот. Вынахит, новый вынахит. Приехал мой афюр. Я заказала себе коллаген. Вот такой вот. Пить 3 в 1. Коллаген 1 и 3 типа. Совместно с витамином С. Давно хотела. Доктор Бест. Кстати, скидку на афюр. Промокод оставлю вам в инфобоксе. Здесь у нас идет 1000 миллиграмм. 180 таблеток. Еще я заказала для волос. Вот такой вот биотин. Хочу отрастить длину, поэтому вот взяла биотин в желатиновых, в желейных таких конфетках клубничный. И для нервной системы взяла магний, потому что нервничаю, все время переживаю за то, что происходит в Украине, в городе, за близких. Короче, для нервной системы магний 500 миллиграмм, 100 штук. Вот, небольшая посылка была, всего лишь 3 продукта, но очень нужные и классные. Так что ссылки ищите в инфобоксе вместе с промокодом. Вечер. Мы, как всегда, идем с магазина. Там у меня клубники много. Сейчас Тимур просится на площадку, покажу. У меня, знаете, вот в последнее время влоги, это мы идем в школу, мы идем в магазин, мы идем с магазина, Тимур в коляске, потому что далеко магазин этот Kaufland, там клубника находится. Я вам уже показывала. В общем, он вот там, где красненькая. А нам аж туда, где многоэтажки, короче. Вот, и плюс вечер уже, и плюс мне удобно, не несу я сама эту сумку. Да, Тимур? В общем, у меня влоги здесь состоят из похода в школу и продукты, закупка. Ну ничего, скоро приедет Алинка, думаю, что-нибудь интереснее вам поснимаю. Если включать фонарик на телефоне, то по идее должно быть нормально видно. Я тут в спортивных штанах. Тимур в этом поле нашел эти грибочки, да. Ладно, не буду портить ваше зрение. Так, давайте я поближе покажу, что купила. Пока несла, все запотело. Если я снимаю без вспышки, тогда, видите, все хорошо видно. Но без вспышки будет не то.
Поэтому курю вспышку. Короче, я купила 4 упаковки клубники, они идут по 400 грамм детям. Была скидка в Кауфлайде, евро 13 центов. 1 евро 13 центов, поэтому я взяла 4 упаковки. Вот я сняла одну, эту, чтобы было лучше видно. Боже, как она пахнет. Очень вкусно, как у бабушки на даче. Дальше была скидка на конфеты. Я не знаю, в честь чего, но вот рождественская серия, уже скидка на эти конфеты Тоффи. Я взяла 3. Отсвечивает, ну ладно. И еще была скидка на Ferrero Rocher. По 2,22, а так они обычно по 3 с чем-то. Поэтому я вот взяла 3 упаковки. Алинка приезжает, у мамы день рождения скоро, поэтому пригодится. Взяла еще вот такую корону, взяла 2 штуки. Соус мой любимый. Чили, именно чили я люблю. Дальше я взяла мясо. Мясо вот такое тоже было по скидке. По 500 грамм, 4 с чем-то евро. По 500 грамм это говядина и еще одно мясо. А, виноград я взяла, очень люблю виноград. И вот такие вот отбивные, свиные. Здесь идет у нас, так, за килограмм 6 евро. Здесь кило 250. И 7 евро, в общем, я отдала. Мы тут вечером пришли гулять. А у нас такие, короче, велосипеды на лавочках. Прикольные. Попробую. О, уточки, где уточки? Там утки плавают. Да? Да. Класс. Тут-туру. Звук такой. Тут-туру. Сидишь такой, смотришь на фонтанчик, крутишь педали на лавочке. И полезно, и красиво. Приехала гирлянда моя с Украины, с Харькова. Помните, где эта гирлянда у меня висела? Она висела на кухне у меня. И сейчас она висит здесь. Как красиво. И с улицы красиво, и здесь красиво. А ту синюю я на кухне перевесила. Мы едем встречать Алинку. 7 месяцев прошло, мы не видели. 7 месяцев. 7 страшных месяцев. Мы так волнуемся, переживаем, так рады. Мы так ждем ее. Мы сейчас едем в аэропорт. Я мама и Тимурка. Да, это остается с бабушкой, со второй. А мы едем в аэропорт. Тимур, скажи привет. А куда мы едем? В аэропорт. Куда? В аэропорт. Едем. Хочу, скажи привет. Встречать, в аэропорт едем. Алинку едем встречать, да? Да, я так хотел. Чудо малое.
збити, волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв.